так все равно шел мимо, думаю, да, я сниму вот эту вот выставку ледовых скульптур у храма на крови в Екатеринбурге. Что-то лучше, что-то хуже. Но, тем не менее, посмотреть стоит. По крайней мере, уникальность еще в том, что эти скульптуры сооружения временные, потому что ледовые. Поэтому давайте пройдемся. Я решил записать это видео. Я немножко у себя в этот функция история в Инстаграме туда публиковал, но решил еще записать видео для YouTube, такое мобильное на iPhone, без особых претензий, так сказать. На снимки на камеру фотографии делал тоже, но выборочно кое-что. Потому что есть вещи, на мой взгляд, которые фотографии передавать не стоит. Нечто, ну, фотография для одного, видео для другого, объема информации. На какие-то поинтереснее, какие-то совсем слабо интересно. Вот это мне нравится. Так, нижнетагильский автор. Очень много работ нижнетагильских авторов. С той стороны есть несколько моих любимых, так сказать, работ. Сейчас мы туда пойдем. Эта сторона мне меньше нравится, хотя вот этот ангел, особенно вот сегодня такая приятная низкая облачность. Я даже сделал несколько кадров, потом еще на пленку сделаю. Так, и вот такие вот ворота, не ворота, триптих такой. Возле входа в храм. Так, переведем вот сюда камеру, конечно, потому что, проходя мимо этой скульптуры, как угодно можно относиться к храму, у меня тоже к нему сложное отношение, но вот эта работа скульптур мне нравится. Но вернемся к ледовым скульптурам. Пойдем сюда, здесь много интересного. Тоже нижнетагильский автор. Использование цветных элементов. Не знаю, насколько это украшает, но необычно. Архангельск, Екатеринбург. Не знаю, насколько бегло я показываю, сложно сказать, сложно оценить. Сегодня не так холодно, но руки все равно немножко зябнут. И зябнет иногда батарея у айфона, поэтому я специально подцепил его к внешней батарее, которая, как показала практика, зябнет намного меньше. Сейчас мы поэтому на проводе как бы от сети. Тверской автор. Ну, честно говоря, мне не очень нравится эта работа. Она интересная, но не очень нравится. А вот рядом очень, по-моему, интересно. Дело даже не в тематике, а то, как она выполнена, мне очень нравится. Иркутский автор. Называется «С Рождеством Христовым». Тоже вот очень интересная работа. Да, так как работы, собственно говоря, возле храма, и тематика у них соответствующая. Вот. Сложно сказать, хорошо это или плохо. Хотелось бы, конечно, чуть большего разнообразия. Вот мне, предположим, очень нравились скульптуры, которые я снимал в 2013 году возле оперного театра. Там были балерины. Вот. Но в данном случае оцениваем работы, наверное, все-таки, а не тематику. Причем, кстати, вот как с того крыла, так и с этого есть Пушкин. Очень спорная фигура, честно говоря, для православной тематики.
Но очень хорошо сделано. Иркутские авторы постарались. Так, Екатеринбург, муза поэта. Муза поэта сделана в виде арфы. Я не знаю, надо будет отойти, потому что так, конечно, будет сложно оценить. Сейчас еще вот по-хитрому вот так вот сделаю. Так. И вот рядом мне тоже очень нравится работа, тоже с элементами рисунка. Нижнедагильский автор. Ожидание благовеста. Так, тут против солнца получается, поэтому плохо видно. Но мы сейчас посмотрим вот сами скульптурные детали. И я потом по-другому встану, чтобы было видно рисунок. Меняю ракурс. Так вот солнце падает мне за спины. И получше будет видно рисунок. Как бы на обломке каменной стены. Ну, церковной. Цветной рисунок. Так, идем дальше. Это был нижнедагильский автор «Ожидание благовеста». А дальше у нас нижнедагильский же автор «Явление иконы Божьей Матери Державная». Не очень нравится мне, но нельзя не оценить, собственно говоря, тоже именно саму работу, хотя, в принципе, мне не очень нравится. Но все-таки работа с этой стороны намного сильнее, намного интереснее. Тоже цветные элементы во льду в виде роз. Вот они. Вечером, кстати, тут включается подсветка. Поэтому надо будет еще, может быть, вечером снять. Эффектнее получается немножечко. О, как в облаках-то хорошо, а? Даже вот в контровом свете получается даже, пожалуй, интереснее, да, солнце прямо в объектив. Сейчас попробую встать вот так. Там фонарь, конечно, получился. Но в целом, конечно, тут получилась специфическая подсветка, такая очень интересная. А, тут, не знаю, надписи, наверное, не видно, которые высечены на постаменте и додувом. Так, дальше. Тут опять будет Пушкин. Ну, не совсем про Пушкина, конечно, разговор. Екатеринбургский автор и великий человек, мал перед Богом. Вот. Но мне эта работа нравится. Да, вот та фигурка тоже против солнца сейчас сделаем ее на облака. Вот лучше видно, вот. Вот она. И сейчас вернемся обратно сюда, к Пушкину. И ангелу. Архангелу, точнее. Так, ну и последние несколько скульптур. Вот это мне вот очень нравится иркутского автора. Ее как раз надо снимать немножко издалека, потому что, подойдя близко, мы не увидим основного общего рисунка. Но зато близко там очень интересно смотреть ее в просвет и смотреть детали. Так, сейчас посмотрим на автора. Вот автор. И теперь вернемся к скульптуре. Вот. Очень интересно смотреть ее на просвет. Так, дальше. Тут, наверное, будет плохо видно, но попробую. Попробую. Новоуральский автор.
сейчас немножко отойду, чтобы общий план захватить. Кого-то не затопчу вроде бы сзади. Люди. Людей много. Ну, смотри, как много. С учетом того, что середина рабочего дня, я считаю, более чем. Ну, опять же, далеко не первый день скульптуры стоят. Так, дальше Артемовский, Новоуральск. Печаль. И там сейчас дальше будет пара работ, которые мне очень нравятся. Там сейчас народу много, мы их сейчас поэтому так вот обойдем сперва издалека, посмотрим, потом подкрадемся ближе. Не будем людям мешать фотографировать. Так, все, теперь можем к ней подойти. Вот. Ее как раз с разных сторон хорошо рассматривать, хорошо на фоне облаков, на фоне храма, саму по себе. Вот, очень интересная работа. Екатеринбург, Санкт-Петербург, двух авторов. И давайте вот так сейчас ее посмотрим. Сейчас развернусь. Вот так вот. Интересная работа. Тоже ее неоднократно и на пленку снимал, и на цифру. Это у меня будет потом, что-то уже опубликовано, что-то будет потом. Пленка сейчас как раз в проявку пойдет. Так, ну и последняя здесь работа. Так, не будем мешать. Люди снимают. Патриарх Тихон. Патриарх Тихон. Отсюда не увидеть, надо тоже будет с другой стороны зайти. Там довольно-таки интересно, открывается она как раз на просвет. Вот автор. Так, сейчас я ее обойду и будет интересно. Мне нравится. Вот так вот. Вот так вот. Вот. Конечно, с подсветкой вечером немножко по-другому смотрится. Если получится, сделаю отдельно еще ролик с подсветкой. Так, давайте общую панораму. Ну, не на все, конечно, скульптуры. Ну, люди ходят, снимают. Много-много людей, на самом деле. Вот. Всю панораму не получится, но... На это крыло. Это крыло с этой стороны мне нравится больше всего. Так. Ну и панорама на храм. Все, на этом я думаю, пора заканчивать. Руки мои озябли совсем. 14 с лишним минут получилось видео. Yeah.
Запорожило все святое, родное Бурга. Ты слепая, жестокая сила. Вы как смерть неживые снега. Россия запуржила седою пургой, и печальные ветры степные панихиды. Yeah.
гори, моя звезда, звезда любви приветная. Ты у меня одна заветная, другой не будет никогда. Ты у меня одна заветная, другой не будет никогда. Твоих лучей неясной силою вся жизнь моя озарена. Умру ли я, ты над могилою гори, сияй, моя звезда. Умру ли я?